Друзья, всех приветствую на своем канале, канал Каримов Равиль, канал обо всем. Московский вояж называется сериал. Направляемся из славного города Казань в город-герой Москва. Вот по пути снимаем все, что видим, как чукчи. Чукчи, что видят, то поют. Мы снимаем все, что видим на пути. И вот въезжаем, со слов моего товарища, вот он, пожалуйста, посмотрите на него, в город Вязники. Второй раз. Он говорит, что второй раз. А что, он такой кривой, что ли, этот город? Ну, большой, наверное. Мы его объезжаем, получается, по М7. А, смотрите, здесь еще сохранилась промзона. Да. Что там мы не знакомы? Свар? О, свар какой-то. Смотрите, какая шикарная, замечательная, не разграбленная с виду промышленная зона. Вот. С этой стороны мы видим тоже промышленную зону какую-то. Да, люди здесь зарабатывают деньги руками, скорее всего. Автомойка. Да, что интересно, в Москве желтого цвета светофора нет. Там красный и зеленый. Вот. То есть у них нет возможности. А на желтый проскочу. Жестко все. Красный, зеленый. Нету такого же. А, есть. Нет, здесь нет, есть. Здесь есть. А вот в Москве нету. То есть там получается. Не удастся сказать, что я завершаю маневр. Где ваш город? Здесь же нет города. Все, выезжаем уже, огибаем город. Вон таблички Вязники. Где? С той стороны. Наоборот. Почему-то наоборот, да. Вот Вязники наоборот. Ну, друзья, подписывайтесь на мой канал, канал обо всем, канал Каримов Равиль. Московский вояж называется сериал. Путешествуем из славного города Казань в город-герой Москва.